Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами буксом, называется Pyteverse Teaser, как-то так, по сбору криптомонетки Litecoin. Значит, абсолютно без вложений, на просмотре сайтов, ну и естественно на экране здесь можно все почитать. Регистрация. Юзернейм, имейл, пароль. Разгадываете капчу. Нажимаете зарегистрироваться. На почту придет письмо. Нужно будет подтвердить адрес электронной почты, вход по логину и паролю. Давайте авторизуюсь я. Входим в кабинет. Вот здесь у нас всегда оповещение в правом верхнем углу. Я проверила этот букс на вывод. Все замечательно. Букс платит. Здесь, как всегда, зарабатываем в коины. Коины конвертируются в литоши. Значит, минималка на вывод от 1000 вот этих коин монет. И вывод обрабатывается вручную. Вот. Я вчера вывела. Сколько же я вывела? Вот. 1402 лайткоина. Минималка набирается быстро. Значит, курс идет 1000 коинов. И значит, это 1000 лайткоинов. Ребятки, давайте я вам покажу вывод. Я ставила утром. Ну, не утром, днем где-то так. А пришло вечером. Вывод пришел, поступил. Значит, смотрите, вот Pyte. Вот Pyteverse. Вот так. Господи, не скопировать же. Вот он. Pyteverse Teaser. 1402 лайткоина. 16 декабря 2021 год. Сегодня у нас 17. Так. С выводом я вам показала и... Надеюсь, это понятно, да? Что вывод обрабатывается вручную. Давайте пройдемся по вкладочкам. Будет довольно-таки неплохой. Значит, кран. Claim. Кран, когда вы зарегистрируетесь, будет недоступен. Но во всяком разе мне был он недоступен. Здесь два крана. Вот этот claim и вот этот мат. Falset какой-то. Значит, здесь можно делать 100 клеймов по 15 монеток дает. 15 коинов. Разгадываем капчу. Кликаем claim. И вот здесь в верхнем правом углу, как обычно, идет оповещение, то, что нам зачет. Все. И через минуту он будет опять доступен. Вот этот кран, как я вам сказала, будет недоступен для того, чтобы был один кран и второй кран доступен, нужно пройти хотя бы один шорт-линк. Вот эти короткие ссылки. Я прошла, ребятки, самую первую. Она такая без заморочек. Самая первая ссылочка, как бы короткая. И она такая нормальная. Можно пройти. Вот. Здесь 5000 клеймов. По 5 вот этих коинов дают. Вообще без таймера. Ну, там 3 секунды таймер. Смотрите. Кликаем, разгадываем капчу, нажимаем claim. И вот зачет. Идет вот 3 секунды таймер, да? Ждем. Далее, ребятки, советую так сделать. Перезагрузить страничку и делать опять сбор. Сделали сбор. Нажимаем claim. Вот. Все нормально. Опять 3 секунды идет. Видим, да, вот здесь вот таймер.
Я опять перезагружаю страничку. И опять собираю. Клейм. Он без таймера как бы, да? Вот так. Вот видим, да? Далее вкладочка «Рефералы». Находится наша партнерская ссылочка. ПТС-ок здесь предостаточно. Вот, так что это у меня 3 штучки. И вот у меня первая рекламка, вот эта, она какая-то с приветом. Что-то она, таймер не идет. Ну, вот здесь у меня еще 2 рекламки осталось. По 60 монеток мне начислят. Ждем отчет таймера. Вот он идет. Давайте подождем. И нужно, чтобы разблокированы окна какие-то тут всплывающие были. Возвращаемся и разгадываем капчу. Клейм. Все, зачет видим, да, в правом верхнем углу как бы идет зачет. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Задание здесь. Если хотите, переведите, выполните задание. Здесь надо проголосовать вроде как на Faucet Pay и присоединиться к ним телеграм-канал. Дадут 200 поинтов. Тут, ну, изучить нужно будет юзернейм, что-то вставить. Вот. Далее еще, ребятки, заработок тоже неплохой. Я его не пропустила. Начала там смотреть. У меня, наверное, он, скорее всего, как бы уже просмотрен, так как я просматривала. И он доступен раз в 24 часа. Вот этот офервал здесь есть немножко у меня. Предостаточно 70 коинов. 70, это уже 140, еще 50. В общем, в принципе, и неплохо. Кликаем. Нас перебрасывает на страничку. Загружается шкала. Ну и разгадываем капчу. Тоже неплохой заработок. А я его что-то из вида упустила. Думаю, дай-ка я гляну. Кликаем. Все, зачет. Возвращаемся. Вкладочку закрываем. И тоже неплохо. У меня много его было. Это у меня уже утром. Вот, попозже он появится еще. Значит, что еще здесь у нас? Ага, вот он. Смотрите, есть. Вот видите, как я невнимательна. Так, ребятки. Видео. Короткие ссылки. Нет, я даже сюда не кликала. Посмотреть, есть ли видео. Видео нет. Ну вот на просмотре сайтов можно. Также идет зачет. Но посмотрите, я вот это все пройду, у меня уже минималка будет. Опять. Вот. Ну и все. История, поддержка, аккаунт в аккаунте. Ну там нет ничего. Депозит нам не надо, лотерея тоже. Значит, на чем? Кран. Один кран. Второй кран. Просмотр сайтов, то есть серфинг. Ну и серфинг на офервал. Здесь очень неплохо также платят. Возвращаюсь на домашнюю страничку. 824 у меня коина. Минималка 1000. Сюда прописываем. Ну, сумма уже стоит как бы, да, она по умолчанию здесь. Вот. И сюда адрес, привязанный к Faucet Pay. Я брала депозитный адрес. Лайткоин здесь. И кликаете вывод на зеленую вкладочку. Далее опускаетесь в самый-самый низ. И вот здесь будет статистика как бы. Вывод наш. Будет сначала пединг и обработка. И сейчас вот у меня выплачено, как я уже вам показывала,
Вот он мой вывод. Pite Words. 1402 монетки. 1402 монетки. Все замечательно платит. Букс мне понравился. Вы смотрите сами. Я лишь вам даю информацию, где я работаю и зарабатываю. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.